В Госдуме сейчас рассматривают поправки, озвученные президентом России в послании Федеральному собранию. Согласно одной из них, больничный по уходу за ребенком до 7 лет теперь будет оплачиваться 100% от зарплаты вне зависимости от стажа работы. Екатерина Чернова – многодетная мама. Она работает воспитателем в столичном детском саду. Стаж работы у молодой мамы небольшой. При уходе на больничный по уходу за ребенком она может рассчитывать только на 70%. Потеря 30 пробивает серьезную брешь в семейном бюджете. Теперь, согласно поручению президента, она может рассчитывать на все 100. Дополнительные деньги всегда есть куда потратить. Это, конечно, нам очень помогает, так как когда я работала, у меня был маленький стаж, и я получала больничный только 50%, потом 70%. Все равно сказывается по карману. А если будут оплачивать 100%, то это уже будет хорошо. Выплата больничных в полном объеме семьям с детьми – это одна из 6 ключевых социальных инициатив, поддержанных президентом страны. Я считаю, что это важная социальная поддержка, можно сказать, даже стратегическая, демографическая задача. Мы помогаем молодым семьям, и они будут уверены в завтрашнем дне, что могут обеспечить в будущем должный уход по воспитанию своих малолетних детей. В числе важных социальных инициатив также поддержка беременных женщин, неполных семей с низким доходом, семей, воспитывающих школьников и будущих первоклассников. Им в августе выплатят по 10 000 рублей. Наталья Мальчикова, Георгий Кривошеин, Республика.